Но теперь спасибо карантину и спасибо, в кавычках, той панике, которая обуяла всех мам, потому что запрос сейчас гигантский именно... Давайте я буду называть вещи своими именами. Пока преимущественно от женщин. Да, потому что все-таки на них свалилось. Женщины в большинстве своем дома остались. Мужчины продолжают так или иначе ходить на работу. Женщины осознают как бы перемены во всем, потому что никто не отменяет их удаленную работу тоже, детей, хозяйство и так далее. Поэтому я понимаю, что мы с вами можем разговаривать 5 часов, поэтому давайте возьмем за пример сейчас среднестатистическую семью, то есть как бы мама, папа и дети. Неважно, сколько детей, неважно, один там родитель воспитывает. Вот есть некий набор членов семьи, которые помещены сейчас в 4 стены, перед ними новости, да, и, предположим, там разновозрастные дети. И попробуем с вами сейчас разобрать, как правильно или как рекомендуемо вами, как специалистом, которого я люблю, уважаю, спасибо, доверяю и очень ценю, поговорить вот посредством социальных сетей с каждым из них. Начнем с детей. Вот у меня есть маленький сын, ему 5,5 лет. Вот он счастлив. Все родители дома, с ним делают, что хотят. Режим полетел к такой-то матушке. Детям до 5, до 6 лет нужно объяснять, что теперь серьезные перемены на ближайшие 2-3, а то и больше недель в его жизни. Да, обязательно. Ну, во-первых, мы понимаем, что ребенок чувствует фон тревоги родителей. И если эта тревога ощущается, ребенок обязательно будет на это как-то реагировать. Он может не задавать вопросы, но модель его поведения изменится. Важно, детям обязательно важно говорить, почему мы сейчас дома, почему они перестали общаться со своими одноклассниками или однокрупниками. Знаете, об этом поговорю. Подростки для меня это вообще отдельная история. А вот малышня. Да-да, я расскажу о малышне. У меня сегодня ночью, несмотря на то, что мы с моей дочкой разговаривали, мы сейчас делали ролик телеканала «Плюс-плюс» о том, как вести себя во время вируса. Она у нас назначена главной по мытью рук. Вот сегодня, ложась спать, она меня спросила: «Мама, почему мне так тревожно? Мне сейчас страшно». И я ей начала задавать вопросы: «Тебе страшно о том, что сейчас происходит, или о том, что может случиться?» А вы поговорили с ней? Да, о чем? До этого мы с ней говорили. А мы что говорили, вы ей, как мы сказали? Говорили буквально о том, что сейчас, сейчас во многих странах мира заболели люди. Но совершенно не обязательно, что заболеем мы или наши близкие. Сейчас очень многие взрослые делают все возможное, чтобы остановить вирус. И доктора во всем мире ищут вакцину, ищут прививку от этого вируса. Да. Я уверена, что о тебе позаботится. Я уверена, что она со всех позаботится. Но мы должны вместе позаботиться о себе, делать то, что сейчас в наших силах. Давай подумаем, что в наших силах. И мы с ней начинали набрасывать какие-то варианты. То, о чем важно сказать, что когда семья на карантине, то важно помнить, что это семья на карантине, независимо от того, ходит папа на работу или поясните. Нет. Поясните. Вот смотрите, вы начали с того, что мужчины работают, и большая ответственность ложится на женщину. Психологическая нагрузка. Нагрузка, да. Да. Мне приходили вопросы, и у меня же сейчас активная жизнь в личных сообщениях, в мессенджере и Facebook. Даже не представляю. И очень много вопросов от пап в том числе, как справиться с напряжением, как поддержать жен. И мне, для меня это очень радостно. Это важно помнить, круто, что первое, это не отпуск, а это карантин. И на самом деле нагрузка действительно увеличивается, не только нагрузка физическая, увеличивается психологическая, потому что это ограничение. И тут я бы, конечно, хотела обратиться ко всем мужчинам, помнить, что женщина не в отпуске. И когда спрашивают, как помочь жене, то вопрос не в том, как помочь жене, а как разделить ответственность за наших общих детей. Вы предлагаете эту инициативу взять на мужчину или женщине самой поговорить с ним? Ну, на самом деле, тот, у кого больше сейчас сил и больше зрелости, о том, что это наши общие дети. Это касается вообще-то темы не только карантина. Я просто подумала о том, что мужчина же, он включается сразу в то, что делать.
Да. Это огромная ответственность. Мой муж сегодня, я смотрю, даже не завтракает, у него нет аппетита, он напряжен, он весь в этом телефоне. И если я отслеживаю все новости, да, там, по поводу того, заболевшие, излечившееся количество статистики, то он, подняв глаза от этого своего кофе, не знаю, какой чашки по счету, он сказал: «Маша, экономика рухнет». То есть у мужчин еще своя очень большая внутри трагедия про то, что будет, как выживать. Мы можем сейчас давать просто вот точечно советы, мужчины, женщины, что, как себя вести. Поговорить надо вдвоем. Да, конечно, надо отдельно о детей поговорить, поговорить отдельно о том, как детей. Сейчас распределяется ответственность, о том, как мы планируем бюджет, о том, какие наши действия в случае, если, не дай бог, кто-то заболевает. Что мы делаем конкретно, как мы покупаем продукты, как мы распределяем время. И на самом деле, когда мы дольше находимся вместе, это всегда ведет либо к укреплению отношений, либо к обострению отношений. И к этому надо быть готовым. Потому что этот кризис и этот вопрос карантина, он выведет на поверхность наши слабые места. И в семьях, и в отношениях с детьми, и эта возможность пересмотреться друг к другу. На самом деле, то, что нам даст этот карантин, возможно синхронизироваться по ценностям. И, возможно, прийти к большему уровню близости и в семьях в том числе. Полностью согласна. И то, что сейчас важно делать, помнить, в семье сейчас именно важно нарабатывать общие ритуалы, чтобы было ощущение: мы банда, мы справимся. И об этом нужно договориться? Можно устроить семейный совет. Вот буквально вчера мы разруливали ситуацию в личных сообщениях в одной из семей, когда я предложила сделать общую конституцию, собрать семейный совет. Ага. И мы знаем, что в кризисные моменты нам надо прописать определенные правила, по которым мы живем. Так. И в этой семье и дети, и взрослые были включены. Прописывали права и обязанности всех, включая домашнего животного. Например, мы прописали для кошки, что ее задание сейчас ходить, мяукать и поднимать настроение. Это должно быть, конечно, сделано в шуточной форме, но мы принимаем. И детям будет легче. Да, и мы принимаем идеи и от маленьких детей в том числе. И у каждого человека есть права и есть обязанности. И на самом деле это снимет большую ответственность и очень большую нагрузку с мам. Сейчас не надо стесняться говорить детям о том, что сейчас ответственность у нас на всех повысилась. И детям надо говорить о том, что мне нужна твоя помощь. И на самом деле помощь нужна нашей семье. Что ты можешь взять на себя? Моя дочка отвечает за мытье рук. Она отвечала долгое время у нас в семье за то, чтобы выливать воду из мыльницы, чтобы мыло не размокало, а сейчас это очень пригодится нам всем в жизни. Это могут быть очень простые поручения. Чем больше ответственности, тем больше ощущения личной силы. И чем больше вклада. И тут я не даю вам сказать слово. Нет, нет, я просто хочу сказать, что это очень ценный совет. То, потому что женщины сейчас в этом состоянии каком-то очень, как мне кажется, расфокусирована паническом. Она выльет, понимаете, эту воду из мыльницы сама. Она эти носки будет собирать сама. И она может превратиться в тот разрушающий тайфун, да, который мешает вот такой вот организации внутренней конституции. Давайте с женщинами поговорим. Вы знаете, что еще важно? Сейчас очень многие из моих знакомых, они судорожно начали организовывать пространство детей, дни детей. А на самом деле есть правило. Детям надо дать возможность, первое, отдохнуть, второе, тоже отреагировать свою тревогу, а третье, им надо дать возможность поскучать. Так. Потому что если мы начинаем развлекать ребенка, мы лишаем его собственной энергии, мы лишаем его наслаждения от собственных действий. Когда моя дочка говорит: «Мама, мне скучно», я ей не разрешаю в этот момент включать планшет и брать в руки телефон. Что делать? Я ей говорю: «Даша, поскучай, пару минут, тебе придет идея в голову». На самом деле, если мы все время становимся аниматорами для своих детей, мы лишаем их их собственной мотивации. И эта мотивация, ей надо дать возможность вызреть. Да? И есть разница между скучно и грустно. Если мне девочка скажет: «Мне грустно», я начну выяснять, о чем ее печаль. А если мне скучно, это значит, я теряю контакт со своей энергией. И мне нельзя туда вкладывать свой вдох. Она должна успеть сделать свой вдох в жизни. И это потом про мотивацию учебную в том числе. И еще о чем важно помнить родителям. Сейчас мы все проходим период адаптации. Ну, например, когда ребенок идет в садик, в школу, на работу, есть период адаптации, мы все адаптируемся. Первые 2 недели мы будем адаптироваться к режиму жизни в карантине. Две недели.
ну, 1,5-2 недели, у всех разное вхождение в этот период адаптации. И важно дать себе возможность не быть идеальной мамой и все успевать. И это обращение к женщинам, и это обращение ко всем папам. Спасибо вам, пожалуйста, Светлана! Пожалуйста, помните, если прямо сейчас вы чего-то не успеваете, если сейчас обострение в отношениях, если сейчас дети ведут себя хуже, это кризис, период адаптации. Подождите эти 1,5-2 недели. На самом деле для всех эти условия нетипичные. И дети сейчас могут реагировать от реагирования тревоги. Они тоже могут реагировать совершенно по-своему. Плюс у нас ограниченная подвижность. Для детей это нетипично. Ограничен уровень контактов. Для детей это нетипично. В кого они все будут это вкладывать? Конечно, они будут в нас это все выдыхать. И если сейчас в доме крик, и если сейчас все бьют друг друга, и если мы ничего не успеваем, и если нам не хватает терпения, мы просто люди. И это естественно. И важно себе напоминать. Очень важно, чтобы мы не растратили весь запас энергии. Я не знаю, сколько мы будем на карантине в эту ближайшую неделю. Что бы ни происходило, я хорошая мама. Что бы ни происходило, я лучшая мама для своих детей. Мне сейчас постоянно пишут, я плохая мама, я не справляюсь с тем, что происходит. Это естественно, мы живые люди. Мы не можем справиться, мы не можем очень многого проконтролировать. Мы учимся. Мы даем своему ребенку научиться таблицу умножения и написать буквы. Нам надо научиться жить в условиях карантина. Пожалуйста, будьте к себе бережны. Вопрос о том, мы с вами начали, что мужчина может пойти на работу. Многие женщины в силу того, что им не с кем оставить детей, и опять же из чувства как бы женского как бы сохранения, вот этого материнского, да, сохранения всех, остались дома. И работу все равно никто не отменял. У меня дома не получается работать. У меня дочери 16, сыну почти 6. У меня дома два мира, две вселенных. Про 16 я обязательно поговорю, потому что это болевая точка. Но вот я иногда просто, я надеваю маску, обрабатываю руки, спускаюсь вниз, где стоит моя машина, завожу машину, чтобы было тепленько, и работаю в машине. Хотя моя жилплощадь может позволить мне закрыться где-нибудь у себя в спальне. Но, не знаю, чисто психологически или потому что ты дома. Дом же на всех все-таки как влияет? Ты дома, ты расслабленный, ты чуть-чуть такой весь обмякший. А теперь ты со всей вот этой своей паникой, страхом, кучей дел, просто непонятно за что хвататься, ты упакован как бы в тех обстоятельствах, где ты должен, по идее, расслабляться, как бы это твоя парадигма релакса. Плохая мама, это понятно, это вы очень четко разъяснили, я надеюсь, что все сейчас выдохнули. А с точки зрения продолжения или поддержания хоть какого-то уровня своей работоспособности, что делать? Вот так спускаться, сидеть в машине в подъезде, чтобы протирать перила и при этом отвечать на письма, если женщина не в состоянии дома выполнять работу? Я из личного опыта скажу, потому что я очень работающая мама, и у нас очень маленькая квартира. Да. И место, и времени, собственно, сейчас мне приходится для себя находить. Что я для себя придумала? Первое, для того, чтобы мы могли быстро адаптироваться, для перехода из среды в среду для себя. Да. Надевать рабочие тапочки, надевать домашние тапочки. Создавать для себя. Ну вот, когда мне надо поработать, я могу надеть на себя пиджак. Да, это сразу же меня структурирует. Да. Это какие-то маленькие ритуалы перехода из зоны в зону. У меня нету своего кабинета. Но когда мне надо уединиться, я всему семейству говорю, чик-чирик, я в домике. Так. Могу поставить будильник столько-то секунд, столько-то минут или полчаса. Меня нету, я в шапке-невидимке. Но при этом вы остаетесь при них, берете компьютер и работаете. При этом я остаюсь при них. И у нас после дня рождения недавнего были шарики гелевые, надутые гелием. Я просто огораживала свое пространство, нету отдельного кабинета. Я огораживала этими шариками. Можно прочертить линию. Хоть мелом. Это помогает вам это или помогает это помогает и им? Мне, это помогает другим чувствовать мои границы. И каждый раз, когда ко мне кто-то подходит, у меня есть знак. Uh-huh. Вот, это мои границы. Чик-чирик, я в домике, это моя территория. Uh-huh. Если мы чувствуем, что мы это время подворовываем у семьи, дети будут чувствовать нашу вину. И будут вторгаться в наши границы. Что еще помогает? И то, что мы нарабатывали в семьях в последнее время. Круто. Я буквально им показывала. Мы рисуем круг, разбитый на сектора.
Угу. И мы делаем один круг для себя. Вот, например, мой круг, и это мое время в течение дня. Там есть сектор работа, там есть сектор я мама, есть сектор распределения времени с моими обоими детьми, предположим, есть сектор я жена. Пожалуйста, помните о том, что отношения мужа и жен никто не отменял. И то, что мы можем сейчас сделать, вклад в отношения друг друга. Я, конечно, не про сексуальные отношения. Я ну почему про... же? Ну я да, бы да, и про извините, сексуальные я и про сексуальные отношения. Только не при детях, умоляю. А то нам придется делать дополнительные видео. Конечно, но важно помнить о том, что мы есть друг у друга, потому что карантин – это испытание вообще всех отношений. Невозможно, да? Угу. И мы показываем, мы можем показывать эти сектора и детям в том числе. И детям для того, чтобы мы потом поработали с тем, как у них распределяется время, мы рисуем такие же круги, угу. разбитые на сектора. И что должно быть в секторе у детей? Там должно быть потупить, ничего не делать. Угу. Это обязательно. Потому что потупить, ничего не делать, это дать себе возможность выдохнуть. Мы лишаем детей возможности на самом деле этой зоны спокойствия. У нашей нервной системы есть определенный лимит на общение, на какую-то активную деятельность интеллектуальную. Да? Еще раз, потупить ничего не делать, это первый сектор. Следующий сектор – это забота о теле. Можно потупить, а взрослым можно потупить да, и ничего не делать? Да, это обязательно. Пожалуйста, вот, смотрите, очень надо. Давайте мы вернемся к сектору, который про родителей. Обязательно, это личная территория. Ну вот, предположим, первая зона – работа, вторая зона – я мама, третья зона – мы с мужем, четвертая зона – она большая, ну там хозяйство, и обязательно должна быть зона, которая для меня самой. Должна быть зона, в которой я делаю вдох для того, чтобы потом справиться со всей нагрузкой. Mm-hmm. И то, о чем я очень прошу всех и себе напоминаю. Если мы сейчас в это жесткое время не будем брать себе хотя бы какие-то там 5 минут тишины для себя, mm-hmm. мы не справимся с напряжением. Yeah. Это особенно важно для тех семей, в которых маленькие детки. И если много детей, или если шумовой режим повышен. Вот буквально я сделаю на днях, сегодня-завтра, пост большой о том, как справиться с режимом шумовым. Угу. Потому что мы находимся в режиме сенсорных перегрузок, когда мы находимся долго с детьми. И это очень сложно. И это будет потом выливаться в то, что на все запросы детей мы будем реагировать агрессией. Мы не сказали о том, что для детей, в секторах детей обязательно должна быть зона учебы, обязательно должна быть зона физического, каких-то физических нагрузок, разгрузок. Обязательно должна быть зона общения. Угу. Потому что то, с чем мы сейчас столкнулись, это называется социальная депривация, когда мы лишаемся контактов, это особенно важно для подростков в том числе. Мы помним, что у нас есть нейромедиатор и гормон окситоцин. Это гормон близости, это гормон привязанности, да? Это гормон безопасности. Вот условно, это очень упрощенно, но чем больше сейчас окситоцина в семьях, тем легче нам будет пережить карантин. Окситоцин вырабатывается только при живом контакте. Угу. Он, вот я смотрю на вас, и окситоцин вырабатывается, а обнять не могу. Я вас просто расцеловала и не могу. Где мой окситоцин, выработается или нет? Мы понесем его потом в наши семьи. Но вы понимаете, простите, ну, закончите. И то, что мы лишены живого контакта с другими людьми, это на самом деле очень нас обезоруживает. И нам... важно каким-то образом оставлять за детьми возможность хоть какого-то, хоть суррогата контакта. Что если, вы имеете ну, в виду? Это хотя бы соцсети. И если нас пугает то, что дети именно сейчас больше да, общаются, пугает. То, может быть, устраивать их общие чаты. Угу. Да, ну вот как зум-конференции, угу. чтобы они друг друга хотя бы видели, чтобы это... Вы понимаете, они не допустят туда. Я все-таки не могу, у меня уже аж ладошки мокрые, поговорить о подростках. Что происходит? Ваш сын 18 лет. Он постарше, да, он уже взрослый, да. Подростки. Первое, что я вижу повсеместно. Реакция, вы что, все идиоты? Естественная реакция. Такое впечатление, что да. возрасту от 13 до 16 вообще не страшно. То есть я, в принципе, даже верю, что им не страшно. Они это не понимают. Маша, тут важно понимать, что задача их мозга так. в этот момент испытывать запредельное напряжение. Не случайно именно в этом возрасте так много рисковых игр. Паркуры,
Да. Да, все страшные игры, это же игры подросткового возраста. Для пробуется все, да, беспечная опасность. Без... Так. Вот считайте, что это норма этого возраста. Но за их поведением есть тоже отреагирование тревоги, но это тревога через обесценивание. Правильно, но сейчас, помещенные в карантин в семье, не имея возможности вырываться, да, в свои там школьные какие-то... Они разряжаются на мамах. Да, потому что это тотальное отрицание. Я говорю вчера, доченька, спокойной ночи. Я, кстати, с завтрашнего дня, наверное, не выходим. Я прочла, потому что в Киеве есть случаи, на что она мне отвечает: мам, спокойной ночи. И я понимаю, что моя проблема сейчас в том, что я обижаюсь на нее, что она никак не чувствует мою заботу, мою тревогу за нее, то, что я на самом деле не мать... Нельзя же, мы же в ЮНИСЕФ, о господи, неплохая мать, которая портит ей жизнь, а человек, который только о ней заботится, а я получаю вот такую оплеуху, мол, да как вы задолбали с этим всем. Вы знаете, я профилактически, я же хорошо чувствую волну, которая будет подниматься шаг за шагом. Я очень И я сделала пост. Ну вот, может быть, я могу об этом сказать. Он буквально пару дней назад я сделала про детское обесценивание. И там обесценивание я пошагово описала, почему происходит обесценивание именно матерей и материнской заботы. У вас на странице Facebook. У меня на странице Facebook. Да. Нам важно помнить, чем больше мы вместе, чем больше близость, тем скорее будет проявляться обесценивание и сопротивление именно маме. Потому что именно мама находится в зоне близости, именно в маму. Можно вложить что-то и точно знать, что она не откажется. Именно об маму проживается тревога в большей степени. Что делать маме? Да. Сесть устойчиво. Сказать себе: я хорошая мать, я понимаю, почему это происходит. И самое важное, научиться не принимать это личностно. Но вот представьте, вас, ваша дочка направляет эту искру. На самом деле она направляет не вас, она ее направляет в мир. Да, и в этой искре, там не слова «ты плохая мама, отстань от меня». В этой искре я могу о себе позаботиться, я взрослая, и я чувствую свои границы, потому что задача этого обесценивания – это снять с пьедестала маму для того, чтобы поставить на этот пьедестал себя. И обесценивание проживается только с тем, кто невероятно дорог и ценен. И вот если вы вдруг испытываете боль от обесценивания просто про себя, это очень сложно, конечно. Я помню, как я разбивалась в хлам просто, в дребезги от всех обесценивающих слов и взглядов моего сына. Но меня спасало то, что я себе говорила: я мама, и я понимаю, что это не про меня, это про его взросление. И тут вот эта собственная авторитетность, собственное ощущение, что я на своем месте. Я мама, я лучшая мама для своего ребенка, и он об меня взрослеет, у него нету другого выхода. Да, сейчас обесценивание, оно будет ощущаться у очень многих мам, и поэтому я еще раз прошу, пожалуйста, о себе позаботьтесь. Сейчас ценнее на самом деле сделать вдох в себя для того, чтобы мы потом могли быть продуктивными со своими детьми. Их не трогать? С кудахтанием, с этими зонами, с тем, что как бы вот... Подростковый возраст – это время уважения к границам, но это время, когда границы очень важны. Поясните. И вместе с подростком вы также обсуждаете все то же самое, такой же алгоритм, как и с малышами. Вы говорите о том, что мы все сейчас живем в кризисном режиме. И когда страна живет в режиме кризиса, когда фирма живет в режиме кризиса, у нас есть экстренный план, и я сейчас на тебя очень надеюсь. Это первое, да, но мы это говорим с уважением, мы обращаемся не как к малышу, а как к человеку, который может взять на себя ответственность. За что ты можешь взять ответственность? Это первое. Второе. В семьях сейчас важно поучиться ненасильственным коммуникациям. Насильственная коммуникация – это когда мы переносим ответственность за свои чувства на другого человека. Я знаю, что мой ребенок не ответственен за то, что мне страшно, мне тревожно, и я иногда чувствую себя плохой мамой. Да? И самый простой вариант – мы говорим о своих чувствах. Ну и, например, если я вижу разбросанные игрушки, я могу сказать: да что такое, ты разгильдяйка, никогда за собой не убираешь. А могу сказать: слушай, мне так неприятно это видеть, я сейчас так много времени и сил вкладываю на то, чтобы хоть как-то поддержать порядок.
пожалуйста, убирай за собой. Когда мы говорим с подростками, да, собственно, с любыми детьми, нам надо говорить конкретно. Как только мы произносим фразу о том, ты никогда этого не делаешь, все, мы потеряли в контакте. Да, и мы помним, что бы мы ни делали, что бы мы ни говорили, мы вначале поддерживаем чувства, поддерживаем эмоции человека, и только потом воспитываем. Да, вначале мы говорим, да, сейчас так сложно поддерживать распорядок дня, сейчас так сложно, на самом деле, сложно выдерживать напряжение, сложно проснуться утром, сложно организоваться. И мне это самой невероятно сложно. Я могу тебе как-то в этом помочь? Это отличается от того, если мы скажем, ну вот ты сам не можешь о себе позаботиться. Ну, конечно. Да? Всегда в отношении взрослых, в отношении малышей, в отношении родителей наших взрослых, вначале поддержка чувств. Да? Угу. И только потом мы говорим о том, что конструктивно мы можем сделать. Это ценно, конечно, очень. Если они предпочитают абстрагироваться, закрыться и занырнуть в некий социальный мир, из которого они не выныривают часами. Думаю, что сейчас я озвучиваю вопрос миллионов женщин, матерей, подростков. Что делать? Да, мы договариваемся о том, что мы ставим, но это и с малышами, мы ставим ограничения. С малышами легче, они на ограничения, у них выхода нет. Там еще работает история про... Давай, пожалуйста, мы договорились, прекратили. С подростками нет. С подростками мы у них спрашиваем, сколько тебе времени нужно на пребывание в... Где? В Телеграме? Где-то это в соцсетях. Моя жизнь, мое пространство. У меня сейчас стресс, я не хожу на работу, миллион заданий в школе. Это моя отдушина, дай мне ее. Я отвечаю до определенного возраста за твое здоровье. Угу. И в нашей семье режим карантина. Угу. Режим карантина и режим энергосбережения, он касается абсолютно всех. И давай с тобой пропишем так, чтобы это было комфортно и для тебя, чтобы это не было вторжением в твои границы. Угу. И так, чтобы я была уверена в твоей безопасности. И вчера тоже в одной из семей, но это экстремальный способ, мы вводили систему штрафов. Мы вводили систему штрафов, это экстремально, это не всем семьям нужно и не всем семьям подходит. Угу. Если эта конституция прописана, да, но мы знаем, что в конституции, если нарушаются какие-то, делаются противоправные действия, там обязательно есть наказание, то мы с детьми, это вместе с детьми мы придумали, какая будет система штрафов за то, что они бьют друг друга, или за то, что в семье дразнят друг друга, или за то, что нарушен контракт. Это контракт на пребывание где-то. И я правильно понимаю, все фигуранты этого контракта да. должны и выполнять, родители потому в том что числе. Сейчас родители очень многие вот, да, скажут, и об этом ваш, я а хотела я работаю. Сказать тоже, что на самом деле ребенок не может научиться тому, чего он не видит у нас. Да. И если я прошу, чтобы ребенок делал зарядку, ребенок должен видеть, что я делаю зарядку. И если я прошу, чтобы ребенок учился, то ребенок должен видеть, что я сижу с книжкой, подчеркиваю, или я прохожу какой-то онлайн-курс, или я усаживаю рядом с собой, возможно, усадить рядом с собой ребенка, чтобы он увидел, что я работаю, а не играю на компьютере. Угу, угу. Да, в этом случае мы как будто бы берем с собой ребенка на работу. Да. Да, и да, это контракт на пребывание в соцсетях. Если мы еще говорим о Фейсбуке и вообще о соцсетях, нам необходим сейчас информационный детокс. Своим студентам я дала домашнее задание, даю, начиная с первого семинара у меня на курсе, оно называется «Две минуты тишины». Угу. Без относительно карантинных политических ситуаций. Две минуты тишины – это то время, которое нам надо для перезагрузки. Мы получаем огромное количество информации по всем сигналам, по всем каналам восприятия. Мозг не справляется, нервная система не справляется. Сейчас нам нужно не две минуты тишины, сейчас нам нужно полчаса, час на этот детокс. Все равно ничего важного мы не пропустим. Что предполагает детокс? Детокс – это хотя бы не получать информацию привычным способом. То это есть не брать в руки поле, гаджеты, это да? Не быть в поле паники. Ну, то есть вообще, как бы, не знаю, лечь книгу почитать или вообще не нагружать ничем мозг, лежать с закрытыми глазами. Вот я, например, практикующая трансцендентальную медитацию, я понимаю, что на 20 минут я отключаюсь, я закрываю глаза, медитирую, и вот этот детокс я прям получаю. То, что... Что вы вкладываете? То, что человек может себе позволить. Для кого-то
2 минуты тишины, 10 минут тишины, это просто почитать. Для кого-то это полежать в ванной, для кого-то это сделать зарядку, для кого-то это поиграть с детьми. Главное не заглатывать негатив. Главное не принимать новую информацию, ага. Причем информацию, связанную с паникой, неконструктивную информацию. Да. Да? И еще очень важное то, что мы прорабатывали как план для семей, где особо проявлена паника. Написать себе список горячих телефонов. Угу. То, что... Тот, кому я могу обратиться в экстренных случаях, кому я могу написать, когда мне нужна поддержка. Угу. А следующее – выбрать из ленты Фейсбука приоритеты тех, на кого я могу в информации опереться. У меня еще один совет – замутировать все телеграм-каналы. Телеграм-канал, когда новостейный, приходит тебе новости, угу. У тебя тринь, телефон, тринь-тринь. Я взяла, поставила все на тишину, и они у меня приходят без сигнала. Соответственно, я сама контролирую, когда я хочу взять и почитать все новости, ну, с тех источников, которым я доверяю. Я не дергаюсь каждый раз, когда звонит телефон. Вот такой вот, у меня еще лайфхак. Я себе тоже такое сделаю. Просто мьют. Все, тишина, не дергай меня тогда, когда я не готова эти новости сейчас читать. Ну и мы помним очень простую метафору, я уже несколько раз за наш разговор ее произнесла. Мы делаем всегда вдох и выдох, да, и вот если я вдохнула какое-то напряжение, если я его не выдохну, меня разорвет на части. Куда меня разорвет? На мою семью. Это правда. Правда? И вот этот выдох в том, что для нас комфортно. Возможно, нам комфортно, но кто-то разряжается в кулинарии. Ну, очень полезно и кулинарии, полезно привлекать детей, на самом деле подростков в первую очередь. Mm-hmm. Да? Женщины выйдут беременными, подростки в 6 лет будут уметь красить стены и делать мясо по-французски. Мужчины начнут слушать женщин. Я вчера очень удивительный анекдот прочла. 5 дней карантина. Решила наконец-то поговорить со своим мужем. Интересный оказался мужчина. Я на самом деле очень надеюсь на то, что мы выйдем из карантина с большей близостью. У нас есть все шансы для этого. Ну и еще то, что важно сказать, и это из тех вопросов реальных, которые мне присылают. Угу. А как быть? Я же знаю, что психологи не рекомендуют смотреть мультфильмы. Нету вредных мультфильмов. Есть мультфильмы, которые не своевременны по возрасту ребенку не подходят. И те мультфильмы, которые ребенок смотрит сам. Я вас очень прошу, по вот этой ссылке, которая сейчас появится в пост Светы, это уникально, я его себе сохранила, гигантский список добрых, хороших, потрясающих мультфильмов, которые нужно посмотреть, как говорит Светлана, вместе со своими детьми. Правильно я прочла да, пост? Спасибо вам за эти мультики. Спасибо, и это возможность... войти в более глубокий контакт, понаблюдать за реакциями детей, дать обратную связь сразу же на то, где мы почувствуем их тревогу. На самом деле, что с нами делает кризис? Еще раз, он обостряет то, что и так было слабо. Да? И вот я бы очень рекомендовала быть в своей семье психологом и просто наблюдать за тем, какие зоны сейчас будут обостряться. И что делать? Это не про то, что плохо, это про то, что именно этим зонам нам пришло время больше уделять внимания. И если мы видим, что в семье много агрессии, то мы смотрим, это агрессия вербальная или это агрессия тактильная. Вербальная – это когда люди орут друг на друга, тактильная – это когда дерутся. Тактильная агрессия, тактильное напряжение сейчас больше закономерно, потому что ограничена подвижность. И смотрите, мы не можем… Агрессия – это когда проявляется, либо когда очень много накопленного напряжения, либо когда кто-то вторгается в мои границы, и я пытаюсь дать отпор. Да, то есть это вместо действий, вместо корректной защиты, либо это разрядка физической активности. И вот нам активность детей надо сейчас возглавить. И это значит, что мы предоставляем им возможность подраться подушками и сами включаемся в эту игру. Да? Мы, может быть, устраиваем, там рисуем на полу классики, договариваемся с соседями внизу, чтобы они не пережили какое-то количество времени. Мы разрешаем прыгать на кроватях. Это сохранит нам какое-то количество нервных клеток в любом случае. И если мы говорим про вербальную агрессию, если мы говорим про то, что разряжается в крике, то нам надо позволить детям кричать. Им негде. Ну вот, смотрите, это напряжение, этот выдох, им надо дать возможность сделать. И это опять надо возглавить. И либо мы вместе в караоке орём песни, к этому подключатся и подростки. Да? Либо вместе мы будем вообще петь. Вы знаете, есть такое правило, что те школы, в которых есть хор, в них нету буллинга. Серьёзно? Те семьи, хор добровольный, да.
когда люди не сгоняются на сцену и поют вместе песни советского времени. Да. Те компании, в которых люди вместе поют, те семьи, в которых принято петь, там больше близости. Мы синхронизируемся, это совершенно другой уровень контакта. А если в этих семьях живет медведь, который у всех сидит на ушах, можно тоже петь? Мы себе напоминаем о том, что я очень хорошая мама, и независимо от того, какой у меня... И неплохая певица. Я получаю от этого удовольствие. Мы же что-то делаем, считывается наше удовольствие. А тут совершенно не важно, как мы рисуем, как мы поем. Важно, чтобы мы позволили себе быть в контакте друг с другом. У меня последний вопрос. Мне очень много пишут женщины про мужчин. В целом, все, что вы сейчас очень точно и понятно изъяснили, как бы касается некого объединения внутри, умения пощупать слабые места, на них отреагировать, каждого из членов семьи. Но мне, например, потоком моя женская аудитория пишет только один вопрос. Как быть, если мужчина закрывается? То есть мужчина, все равно приходя домой, он приходит в некую свою нору. Он не выпускает из рук телефон. Я опубликовала как-то на выходных, что мой муж готовит еду. И он правда готовит, дай бог ему здоровья. Есть, конечно, вероятность, что от меня отпишутся женщины, Тимур. Чего это? Те, кто не очень-то меня любил, возненавидит. Ну, потому что, ну как это можно выдержать? Чик, что у нас на ужин сегодня? Майшеф. Алтус. Так, мне с чем? Я его много купил, поэтому надо его весь есть. С чем? Это терияки, а это лимонно-винном соусе. Это один и тот же палтус в разных соусах? Ну да, попробуем. Так, и кусь-кусь. Это Александру. Девочки. Я бы тоже ненавидела меня. Шур, ну как тебе? Папина стряпня. А ты будешь, когда вырастешь, так готовить? Да. Ты будешь тоже готовить? Угу. Все, я спокойна. И счастье в личной жизни. Я своему мужу тоже говорю, дай бог тебе здоровья и жену хорошую. Жену хорошую. Я так хвалю, боюсь спугнуть. И очень много женщин написало, что же делать мне, мой сидит, закрывшись и уткнувшись в телефон сутками, и мрачнеет, и мрачнеет. Дайте практический совет женщинам, потому что я предполагаю, что большинство из них подходит и начинает мужчину, как ей кажется, да-да-да, что она его вынимает из этой пещеры, на самом деле она его только туда вдавливает, потому что, ну как же ты можешь, ну на мне же тяжело, и она права, как бы, потому что ей тяжело, ей тут ничего не скажешь. Она просто на него обрушивает свою усталость, панику и страх. Ну, мы с вами об этом поговорили, что женщинам тяжело. Но ведь мужчина же там, сидя в этом телефоне и в своей норе, тоже не просто так это делает. Ой, вы знаете, вот тоже разговор не вчерашний, а позавчерашний с одним из мужчин-студентов и клиентов. Так. Он руководитель бизнеса, ему сейчас приходится сокращать подчиненных, сокращать работников, и какую-то часть бизнеса приходится закрывать. И он говорил о том, что делать, как мне не убить всех в семье, когда я прихожу домой, и мне нужно взять себе время. Он ходит на работу сейчас, да. Он ходит разруливать пожары. И он приходит домой, его способ, помните, отреагирования тревоги? Конечно. Это уход в себя. И вот давайте представим, что у нас есть несколько способов проживания истерики. Угу. У кого-то громко, как стихийное бедствие, да. А у кого-то уходя в состояние засухи. Вот мужчины проживают часто гиперэмоциональность, отказываясь от нее. Вот они буквально замораживают чувствительность для того, чтобы справиться с нагрузкой, и они уходят в ментальный уровень. И в этот момент, возможно, для них была бы поддержка. Когда мы к ним приходим и говорим, я вижу, что тебе тяжело, тебе надо побыть самому. Давай в тот момент, когда ты почувствуешь, что ты наполнился или успокоился, мне очень важна твоя помощь. Вот смотрите, поддержка чувств перед просьбой. Точнее, это даже не просьба, а перед осознаванием своих потребностей. Да? Мы понимаем, что у нас у каждого есть потребность.
Да, у женщины есть огромная потребность в заботе, в безопасности, в разделении чувств. У мужчины нынешнего, в нынешней ситуации, когда все уходит из-под контроля. В этот момент для того, чтобы проконтролировать хотя бы какую-то часть своей жизни вообще, они пытаются это сделать внутри своего тела, они капсулируются. Я очень надеюсь, что они также... Помните, мы все переходим в период адаптации. Мы все переходим в период, ну, такого смирения перед условиями жизни. Да, об этом важно говорить, об этом важно озвучивать, но понимать, что, возможно, уровень ответственности и страха за свою семью в том числе, да, он сейчас не позволяет быть в том контакте, в котором был бы важен. И это не потому, что не любит, и это не потому, что эгоист, а это потому, что сейчас пытается собрать себя так же по кусочкам, как и мы, но только... не в эмоциональном плане, так? Да. А в ментальном плане. И тут опять-таки в каждой семье это происходит по-своему. Но нам важно учиться выстраивать прямые коммуникации. Не скажи, через упрёки, скажи, да? Как я могу тебе помочь. Да. И пойми, что мне тоже сейчас важна помощь. И я с тобой говорю не потому, что я... Сошла не потому, с ума, что, да, и да, подвержена панике. И не да. потому, что у меня претензия, а потому, что, правда, я очень устала. Скажи, что я могу сделать для тебя, чтобы мы вместе могли это пережить. Ну и тут опять-таки, да, тут вопрос вместе. И вы помните, что кризис, он обостряет то, что и так было в семье. Да. И если были сложности в коммуникации, они сейчас больше проявятся. Я понимаю, что, наверное, я сейчас больше писала свои посты про детей и как выжить с детьми во время карантина. Наверное, я сейчас больше буду переключаться на семьи. Я думаю, что взрослые люди будут вам за это очень признательны, потому что вы сами начали наш разговор с фразы о том, что детки исключительно отзеркаливают наше состояние. Поэтому надо больше работать со взрослыми людьми. Я вам очень благодарна. Спасибо. За эти ценные правила. Очень благодарна. Вы делаете огромную работу. Спасибо вам, Маша, за нее. Спасибо за доверие. Спасибо за все, что вы пишете, за ваши посты. Я понимаю, что они забирают у вас очень много времени. И очень прошу ваших домашних давать маме побыть чик-чирик я в домике, потому спасибо. Что ваша мама очень многим людям помогает. Спасибо. И давайте спасать мир вместе и оставаться дома. До встречи.